Друзьяки, привет всем! Я извиняюсь, что так поздно ролик, я только вернулся домой и, короче, захожу в магазин. Мне все пишут в ЛС, задонать, задонать. Я думаю, что там случилось? Захожу, а в магазине продается бесплатно Мортис. Извините, я не делал никакой розыгрыш, никакую акцию на это, ни конкурс, ничего, и никому не задонатил. Да и время уже позднее. Вот, не знаю, надо вам это или не надо, Мортис, да и Мортис, как-то плевать. Но я захожу, смотрю, о, новые скины там, туда-сюда, а тут... Тут новые скины, Индиго, гребаная Тара, да твою ж медь, думаю, это разве что Леон или как? Я просто жду скин на Леона и, блин, его же выкатили в обнове, да, должны были там предоставить дела. Я уже хочу разыграть не только скины на Леона, а и самого Леона, я думаю, он будет продаваться. И кто-то из вас может получить этот скин и Легу себе на аккаунт. Если хочешь, чтобы я задонатил тебе, точнее, дал денег на донат, прямо сейчас подпишись и поставь лайк. Посмотрим, сколько людей хотят Леона. Скольких людей нету Леона. Короче, друзья, скин на Тару я, наверное, приобретаю, да? И пойдем покатаем. Там карта... Как она там, карта? Валуны. 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 Постоянно путал. Я, конечно, эти поинты копил, да, но с другой стороны, да ладно, плевать, купим Тару, заодно покатаем, сейчас посмотрим, что у нас тут на этой карте, может понагибаем, а может не только за Тару. Короче, друзья, ждем скин нам Леона, я надеюсь, он в эту пятницу уже будет, я прям в это верю, я уверен даже. Если хотите Леона, быстренько подписывайтесь, не пропустите конкурс в пятницу. Давайте, ребят, рекламная пауза и погнали покатаем. Ай, расскажу. Итак, Тарочка, я, если честно, не люблю мифика вообще абсолютно. Мне единственный мифик, который нравится, это Джин. Все остальные мифики говно какое-то, не знаю. Мое субъективное мнение, не бейте, пожалуйста. Ну, конечно, Мортис называть говном, это... Это, опять же, не объективно, потому что, ну, топы с ним тащат, и все хорошо. А я как бы... Я как бы дно... О, она меня хилит, это же новая пассивка. А, новая пассивка, вы знаете? Нихера себе. Ага. Новая пассивка, нихера себе. Ах ты придурок. А, я сдохну, я сдохну. Не люблю Тару, ненавижу. Вообще мификов не люблю. А, стримы, ребят. Стрима не будет сегодня, потому что... Блин... Да вы видите, я никак не могу режим настроить. У вас учеба, школа, работа, не знаю. Сентябрь, он такой. Тем более сегодня календарь перевернули, если вы понимаете, о чем я. Короче, такой денек сегодня выдался. Вот. Меня просили стримы делать в 8-9 вечера. Ребят, напишите в комментах. Так нормально будет, если буду стримить в такое-то время. О! Больно-то как. Я, наверное, видос этот поздно выложу, никто не посмотрит его сейчас. Скажут, да ты сдурел мне завтра на физику первым уроком. Какой Brawl Stars, холдик. Мне мамка сказала, интернет отключит, если я буду по ночам смотреть тебя. А ведь это жиза. Лайк, если жиза. Или видосики нормально. Да, в принципе, и стримы, я думаю, по... Бля, да что ж за Тара такая, вообще неиграбельная, не могу Леона даже убить. Слушайте, давайте возвращать 500 кубков. Непорядок это, непорядок. Фу-фу. Я еще обещал, твинка поднять на 500 кубков, там, Тару, еще кого-то, метателей. Да все никак не этот, не соберусь, не разберусь, блин, лето разбаловало меня прям. Никак времени не могу выделить. Ну ничего, сейчас вот осень, сейчас похолодает, сейчас, короче, засосет меня на стримы, такие жесткие будут, что... Зима, осень, это все, это я как медведь в спячку, так я и на стримы упадаю, и просто нон-стопом стримлю. Просто сейчас появилось много суеты разной, и я не успеваю ни хрена. Так, тихо. Моя банка. Надо Тару вернуть на 500, а то, блин, я не знаю... Купил скин и слил ее. Блин, я так хочу скин акуленок акулюлю, я малыш, я Леон. Ну, вы понимаете, да, о чем я? А может, и не понимаете. Да блин, я не попадаю, а что, нельзя убивать сразу два ящика? О, можно ведь. Можешь же, если захочешь. Так, надо брать топ-1. Топ-1 и можно кого-то другого взять. Давайте вот кто у меня Шелли возьму. Мне надо Шелли на 1000 кубков. Погнали Шелли апать. Скин, конечно, красивый, да?
такой он в стиле, я не знаю, аладдиновский стиль какой-то, но... Блин, называть это скином я не могу. Да, это какой-то ремоделинг, изменение цвета. Не, какой ремоделинг нахер? Это просто прикид накинули, но это не скин, да? То есть они не прорисовали скин. Бля, что я делаю? Я хочу к Шелли подойти. А что вот это за звук? А, это, блин, грёбаный Марио. Пиксельный. Воу-в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 оу
Надо вернуть 500 на таре и пойти нагнуть на Шелли. Шелли там, кстати, пофиксили, надо заодно посмотреть, что да как. Что-то как, еще хочу в Rush Wars раздуплиться, блин. Там новая игрушка, все дела. А вы, наверное, Rush Wars до сих пор скачать не можете или не хотите скачивать, да? Ну, а я вам отвечаю, ребята, когда Rush Wars релизнится, оф, игра тоже хайпа наведет. Ну, а пока, конечно, катаем БС-ку. Ну, я не знаю, мне, например, БС-ка еще не надоела, как Рояль раньше, да? То есть Рояль уже мне тошнит, и от него блевать хочу. Вот, хотя есть люди, которые до сих пор фанатеют от Рояля, да. Ну, я как бы тоже фанат Рояля, но я играть в него не могу. Ну, и, опять же, фанатом меня назвать трудно. Хиль меня, хиль, родная. Надо хоть эту катку затащить. Бегай и хиль меня. Так. Бля, не попадаю. Что за такое? Что такое? Что такое, дядя? Серега, хиль! Нет, нет, хиль, 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 хиль. Хиль, 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 хиль. Хиль! Бам! 160 хп, тварь. Опять мимо. Я не могу на таре затащить ни одну катку. Погнали, все, сейчас тащу. Отвечаю, собрался, разобрался. Сейчас затащу, ребят. Я мысль не закончил. По Clash Royale что? Да ничего, Clash Royale просто уже потерял свою актуальность. БС-ка тоже, на самом деле, она теряет быстро актуальность свою, потому что очень легко прокачиваться, очень все доступно. Очень. И обновлений нет. Опять же, одна и та же проблема. Вспомните, на что бомбили в Рояле. Да сделайте вы какие-то годные режимы. Все эти бесполезные 2 на 2, шоу-дауны. А Гранда, я не помню, сразу добавили? Не, Гранда, по-моему, не было. Вот Гранда херенный был режим. А Clash of Clans, помните, клановые войны, что произошло, это просто реформа в игре, революция, вот перевернула полностью игру. БС-ке нужна обнова тоже будет, добавлять персонажей, тем более вот этих легийных, вообще беспонтово, блин, давайте нам годноту, Supercell. Но они сейчас в отпуске, сейчас ждать от них годноты бесполезно. Блин, я хочу затащить эту катку. Я хочу плюс 8 кубков, а это топ-2, надо апать. О-о, давайте между собой, петушки. Мне надо ульта. Так. Так. Ты шо, куда, на кого? Куда пошел? Сюда. Стелс ушел, ну давай. Лох, он даже не знал, что тара его только так куканит. Все, ребята, я вернул тару на 500. Давайте чисто одну каточку на шельке. Просто вспомнить, работает она еще или нет со своей аптекой. Или она уже все, старуха. А что у меня по скинам на шелле? Что так поднадоело эти скины? Может на этой? Давайте на этой. Давно не играл на этой шелле. Поехали. Последняя каточка, ребят, и буду с вами прощаться. Извините, если я разбудил. Вот, но я думаю, что сейчас мало кто посмотрит, все уже на боковой. Вот, а может кто-то и ждет от меня стрим, я не знаю. Поставьте лайк, кто ночные стримы все равно будет смотреть. Посмотрим, если нас будет больше, я не знаю, на данный момент больше, я не знаю, 50к. И может стоит... Там нахер! Ой, а розовая стала вот эта полоска, а была желтая. Типа она когда наполнилась, теперь круто, крутяк.
Ебой. 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 Оу, щит. Пам. Пам. 2000, да, отхиливает? Ну да, это не то уже, как раньше. Бля, что так слабо? Чё-то слабо. Так, надо Розу убрать, это мой конкурент. Сейчас Розу уберем. О-о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 , ворвался, 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 на, все. И отхилился, 5 банок. Да Шелли еще может. Шелли еще может. Ну, конечно, уже не та Шелли, что раньше. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мимо. Мне бы ульту, я бы тебя снес. Ай! Бум! Бум! Оп, найс. 4 бойца. Сейчас, короче, отхилимся. Кстати, Шелли одна из тех персонажей, надеюсь, меня нормально слышно, которых я хочу тоже на 1000 поднять. Так. Так. Угу. Значит... Шелли у нас, да? Кто еще? А где они? Где они все помещаются? Вот тут, наверное, внизу кто-то, по-любому. Там он, Шелли, здесь кто-то. Рикошет, а ну все. Так, быка сейчас сразу за рога. Так. Шелька, привет. До свидания. Так, ну что, рикошет. Сам будешь сдаваться или тебя выносить? Блин, чуть не сдох. Правда, вот пассивка реально стала хуже и, блин, сложнее. Плюс 10 трофеев, отлично, блин. 3 пятерки на этом завершить просто идеально для перфекционистов. Let's go get him. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, ждите скин с Леоном. Я обязательно его разыграю. Не знаю, чем больше будет желающих получить этот скин и получить Леона, тем больше призовых мест. Дайте знать, что вы хотите Легу. Подписывайтесь на канал. Стримы скоро будут пораньше. Я постараюсь, просто сейчас немножко подсуетился там по разным делам, но неважно. Стримы скоро будут, поэтому все окей. Спасибо, ребят, что ждете. Спасибо, что смотрите. Всех обнял. Всем желаю спокойной ночи, кто завтра рано встает. И увидимся, ребята. Все, до новых встреч. Всем пока.